Первый выпуск газеты «Алмат Таңнары» вышел в 1990 году. С тех пор газета стала для многих алметьевцев надежным источником информации, добрым собеседником и верным другом. Я очень рада, что «Алмат Таңнары» сохранил свое лицо четверть века на рынке информационном и очень достойно себя показывала и показывает. Сегодня я хотела бы от всей души поблагодарить за хороший, добросовестный труд ветеранов печати, ну и тех, кто сегодня работает. Издание освещает жизнь города и района, затрагивает проблемы жителей, пишет о простых и знаменитых людях. Герои публикации и постоянные читатели, собравшиеся в зале, бурными аплодисментами встретили первого редактора газеты Асхата Салахова, сменившую его у руля редакции Гульгану Каримову, ответственного секретаря Хабиру Ахметшину. Читательскую любовь и общественное признание смогли почувствовать ветераны газеты и журналисты, сегодня работающие в редакции. Многие из них в этот праздничный вечер были награждены почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами. За 25 лет газета заняла прочное место в медиапространстве не только нашего города, но и всей республики в целом. Основоположником газеты в 90-е годы был Асхат Салахов. Именно в эти годы газета переживает самые яркие моменты. На протяжении 13 лет Гульгина Каримова руководила газетой. В эти годы сколько было побед, сегодня и не перечесть. Сегодня мы сохранили все эти традиции и работаем по новому, современному методу. Уже 25 лет «Алмат Таңнары» бережет и развивает родной язык, сохраняя культуру и традиции татарского народа. На смену ветеранам пришли молодые журналисты. Мне нравится своя работа, потому что здесь нет какой-то официальности. Здесь я чувствую себя как у себя дома. Журналистика – это действительно мое. И я считаю, что «Алмат Таңнары» – это достойная газета. И желаю процветания и себе, и нашей любимой газете. Для Ирины Апачаевой праздник стал особенным. Накануне она отметила и свой юбилей. С 90-го года начала выходить эта газета. Сначала я работала корректором, после журналист, заместитель главного редактора, ответственный секретарь. И так 25 лет прошли незаметно. У нас очень много побед, и это огромный успех и показатель газеты «Алмат Таңнары». На протяжении четверти века газета рассказывает и о культурной жизни Нефтеграда. За это ее особенно любят читатели, в числе которых и сами представители творческих профессий. Хочется пожелать долголетия, процветания, ну и, конечно же, побольше бы таких перспективных газет, именно в Альметьевске, потому что действительно это одна из интересных газет, где можно что-то увидеть, посмотреть. Отрадно, что в жизни артистов есть те люди, которые освещают наш творческий путь и жизнь нашего города. И вот сегодня, все вместе собравшись в этом уютном большом зале, мы поздравляем коллектив газеты «Алмат Таңнары». Гости праздника пожелали газете «Алмат Таңнары» творческого долголетия и процветания. А организаторы, они же журналисты газеты, подарили читателям теплый и приятный вечер. Алсу Гутаулина, Николай Быков, Альметьевск ТВ.